Отгадайте загадку. Сырым его не едят, а вареным выбрасывают. Что это? Лавровый лист. Мы, кстати, недавно узнали, что под его видом нам иногда продают нечто совсем иное. Чем это может грозить? Или другой вопрос. На рынках еще торгуют свежей, несушеной лаврушкой. Она лучше или нет? Не опасно ли то, что мы кладем эти листья в кастрюлю немытыми? И что они вообще несут нашему здоровью? Лариса из подмосковного Подольска очень любит лавровый лист и даже выращивает его сама. Зимует ароматный кустик на кухне, летом переезжает на дачу. Была выставка, посвященная урожаю. И в конце выставки было воскресенье, стали раздавать все цветочки, там, тыковки, в общем, всякое такое осеннее. А мне достался лавр, я захотела лаврушечку приобрести. Листочки прямо с куста отправляются в кастрюлю. Свежие заметно ароматнее сушеных из-за большего количества эфирных масел. Вот уже можно, уже чувствуется запах, аромат. Вообще, научное название этого растения – лавр благородный. Дерево упоминается в древнегреческих мифах. Там его связывают с богом-покровителем искусств Аполлоном, возлюбленная которого Дафна как раз и превратилась в это дерево. Вообще, родом оно из Средиземноморья и Закавказья. В советские времена главным поставщиком ароматных листьев на нашей кухне была Грузия. И именно туда я поехал, чтобы узнать секреты правильной лаврушки. Сезон заготовки продолжается всю осень и зиму. Большие совхозные плантации уступили место небольшим частным, но суть осталась та же. Побеги лавра до основания срезают каждые 2 года, объясняет мне Исаки Цулейскири, владелец крупнейшей грузинской компании по заготовке лаврового листа. Его товар оптом покупают и фасуют под своими брендами известнейшие компании-производители специй. После взвешивания проезд следующий этап – это осмотр сырья, контроль визуальный. Что вы смотрите? Значит, вот заражен нос лист, в листе не должно быть черных пятен, не должно быть сажа. Я спросил у Исаки, вы не моете листья? Почему? Ведь мы их прямо так кидаем в кастрюлю. Бизнесмен говорит, что, во-первых, все производители специй тщательно контролируют показатели по микробиологии, и грязное сырье просто не примут. А во-вторых, в блюдах листья подвергаются кипячению, что убивает возможную заразу. В общем, при заготовке листья только сушат. Традиционно ветки просто долго, несколько недель держали на открытом воздухе. Но сейчас производители переходят на современные технологии. Мы его режем в сыром виде, привозят сразу на предприятие, и мы его сушим в машине. А когда она сушится в фермерских условиях, да, у фермеров не оснащено, например, дома такими верандами, чтобы там не залезала собачка, не залезала кошка, не залезала мышь там, и так далее, и так далее. А это все носители вредных микробиологических бактерий. Здесь при температуре 70-80 градусов сушка занимает всего сутки. Это, по данным технологов, сохраняет вдвое больше эфирных масел. Правда, есть нюанс. Мелкие производители сушат листья горячим воздухом от печки, в которую подбрасывают в измельченном виде очищенные от листьев ветки того же лавра. Иногда в сушильную камеру попадает дым, и тогда специя пропитывается веществом, которое образуется при горении и является канцерогеном первого класса опасности – бензопиреном. И в нашем листе где-то 4 года назад оказался бензопирен. И был большой скандал, и мы взяли на себя обязательство в течение 3 месяцев переделать все сушильные установки на водяную систему, где уже в сушильные камеры не будут подаваться дымные остатки. И мы это все смогли сделать. В современных системах воздух в камере нагревают с помощью водяных радиаторов, как при отоплении квартир. А потом при помощи простого, но остроумного изобретения самого Исаки листья стряхивают с веток. Важно, что конструкция позволяет не повреждать хрупкое сырье. Сколько здесь в этом мешке лаврового листа примерно? 20 килограмм. 20 килограмм, а такой большой объем? Да, объемный продукт, объемный продукт. Ух, так бы и зарылся в него. Аромат потрясающий. Ну а потом их сортируют и перебирают при помощи машины, всасывающей воздушным потоком легкие листья и оставляющей внизу все остальное тяжелое и ненужное.
Главное, чем гордится промышленник, листья в результате всех манипуляций остаются целыми, красивыми, яркими и ароматными. Вот, для сравнения, он выкладывает товар новой машинной сушки и традиционной фермерской. Вот к такому я привык. Вот такой всегда покупать. Я бы сказал, оливкового цвета. Нет, я бы не назвал этот цвет оливкового цвета, это более болотного цвета, да. Вот, вот у нас две кучки лежат, это как будто свежий лист, но да, при этом она сухая. Вот. Это достигается за счет быстроты высушивания. И плюс к тому... Этот всего сутки, а этот целый месяц. Месяц и даже больше. Бурых листьев, чтобы приготовить вкусное блюдо, потребуется больше, чем зеленых. Вернувшись из Грузии, я решил проверить, а какого качества товар попадает на прилавки наших магазинов? Есть ли небезопасный тот, что сушили с дымом? Мы сдали в лабораторию Центра оценки качества зерна 4 образца листьев в герметичных пакетиках и один купленный на рынке, чтобы замерить количество бензопирена. Результаты чуть позже. Вообще, как говорят отечественные эксперты, кроме Грузии, хорошую специю поставляют также из Турции, Греции, Азербайджана. Чуть меньше ценится сирийский лавр, а третьим сортом считается индийский, скрещенный с эвкалиптом. Иногда же за лавровые выдают листья совершенно других, похожих только внешне деревьев. Чаще всего используют лавровишню, в которой мало того, что меньше аромата, так еще и содержатся яды. Это прежде всего синильная кислота знаменитая и амигдалин. Это гликозид, близкий к цианидам. Поэтому желательно не собирать листья лавровишни. Хотя они опасны, их очень много. Потому что обычно вот именно эти вещества, если их положить в кипяток, они быстро утрачивают вот эти ядовитые свойства свои, даже у лавровишни. Бояться тут нечего, но и ожидаемого удовольствия от вкуса и запаха вы не получите. По нашей просьбе оценить соответствие образцов лаврового листа ГОСТу взялся кандидат биологических наук, старший научный сотрудник лаборатории тропических растений главного ботанического сада РАН Сергей Золкин. Больше всего эксперту, как ни странно, понравился самый дешевый вариант. Так что цена здесь еще не показатель качества. Даже самый маленький лист, его длина составляет более 3 сантиметров. Очевидно. Листья более насыщенные, более такого зеленого цвета. Желтых листьев здесь вообще нету в этой упаковке. И кроме того, вот мы смотрели листья, нет никаких точек на поверхности листа. Бледные и поломанные листья могут говорить о том, что их неправильно сушили или слишком долго хранили до фасовки. Вообще, по ГОСТу срок годности лаврового листа 9 месяцев при нахождении в мешочках или ящичках, в пакетах 1 год. Если держать больше, то эфирные масла улетучиваются и аромат становится все слабее. Во второй части нашего расследования мы расскажем, можно ли что-то лечить при помощи лавровых листьев. В интернете их называют лекарством от многих болезней. Правда ли это? Обязательно дождитесь. Впереди еще много интересного. В эфире «Еда. Живая и мертвая». Программа, в которой я, Сергей Малоземов, выясняю, что вредно, а что полезно. Лавровый лист. Какие важные секреты стоит знать об этом, только на первый взгляд малозначительном продукте. Такова тема расследования недели, и прямо сейчас его завершающая часть. Вот что было в начале программы. Мы познакомились с теми, кто сам выращивает лавр дома и бросает в кастрюлю самые ароматные свежие листья прямо с куста. Я отправился в Грузию и узнал, что у некоторых производителей процесс сушки сопровождается попаданием дыма, а это чревато наличием канцерогенного бензопирена. По возвращении в Москву я купил и сдал на проверку лаврушку, которая продается тут. Есть ли опасность? Поступило 5 образцов лаврового листа для определения содержания бензопирена. По итогам исследований в пробах бензопирен не обнаружен. Так что, видимо, если нарушения и встречаются, то крайне редко. Да и в любом случае опасаться нечего, ведь реальное количество лаврушки в нашей пище совсем невелико. Впрочем, некоторые гурманы любят эту специю настолько, что кладут ее вовсе не только в суп.
Если лавровый лист размолоть, то им можно разнообразить наборы специй. Например, специалист в этом деле Галина Гостева, которая сама собирает букеты пряностей, добавляет толченые листья в смесь соли, водорослей, морской капусты, зеленого перца и семян фенхеля. А наш постоянный кулинарный эксперт, шеф-повар Антон Калер, знает даже рецепт десерта с лавровым листом. Небольшое его количество вместе с цедрой лимона и сахаром он измельчает до состояния пудры, которую добавляет в тесто для бисквита. Затем выпекает его в духовке, посыпает остатками сахарной пудры с лавровым листом и украшает пирог ягодами. Каково же это на вкус? Оценить и описать, а для начала вообще догадаться, что перед ними, попытаются итальянский бренд-шеф Маттео Лаи и видеоблогер Костя Павлов. На вкус дегустаторы не смогли определить, какой секретный ингредиент добавлен в пирог. Он выглядит как очень простой. Как очень простой, совершенно обычный. Но я могу сказать, здесь точно знаешь, что использовано? Я вот прям вот точно знаю, мука. Но, присмотревшись повнимательнее к внешнему виду, они все поняли. А там подожди, смотри, что я нашел. Что это? Какой-то лист. Лист, точно. Я надеюсь, не от дерева. Просто. Не, ну мы в России, это может быть береза. О, подожди, это же этот лавровый лист. Вкус признали приятным, совсем не резким, и специя, как выяснилось, действительно очень хорошо сочетается с чем-то сладким. В свое время, когда я работал в Италии, общался с русскими итальянцами, и как раз они вот рассказывали, что они лавровый лист, а он у них там растет повсюду. Ну вот, они его и в чаи заваривают, и сиропы на нем варят. В России тоже некоторые любят напитки с добавлением лаврушки. Антон показывает один из вариантов. Он состоит из обычного чая, корня имбиря, лаврового листа и корицы. В кипятке все это надо держать 5 минут, не больше. Когда мы заварим, надо сразу выпить. То есть его настаивать и пить в течение там, часа-двух нельзя. Чай будет настолько уже неприятный и горький. Кстати, от лаврушки в разных видах вполне можно получить не только удовольствие, но и пользу для здоровья. Исследования показывают, что регулярный прием измельченных листьев ощутимо снижает уровень глюкозы и холестерина в крови, то есть служит профилактикой диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Многие россияне применяют в лечебных целях и отвары из лаврового листа. Стоило нам написать в соцсетях, что мы готовим этот сюжет, как наш Инстаграм засыпали рассказами о том, что такое снадобье, например, улучшает состояние кожи, в частности, при аллергических дерматитах. Официальная косметология эффекта не отрицает, но лавры победителя отдает другим растениям. Например, в алое есть ряд эфирных кислот, которые обладают мощным антибактериальным, противовирусным действием. Соответственно, они будут нам полезны при различных высыпаниях на коже. Также, например, компоненты ромашки. Тоже большое количество компонентов в совокупности, которые обладают мощным противовоспалительным эффектом. И также в комплексе ромашка будет обладать большим противовоспалительным эффектом, чем, например, лавровый лист. Но у лаврушки есть свои фанаты, которые еще полощут ее отваром горла при ангине. Врачи говорят так. В дополнение к основному лечению можно, потому что антибактериальный эффект у эфирных масел и правда есть. Также отмечено противовоспалительное и обезболивающее действие. А исследователи из Сеченовского медуниверситета и Института биоорганической химии РАН недавно выделили из лавра алкалоид линдолтхамин, который может стать основой для новых более утоляющих средств, действующих по иным принципам, чем привычные нестероидные противовоспалительные. Эти препараты помогают не всегда, не всем, и имеют какие-то свои побочные эффекты. Поэтому наше открытие позволяет разрабатывать новые препараты, действующие на другие ферменты. А еще лаврушку можно зажигать, используя вместо ароматических палочек или свечей. Именно так поступает с опавшими листьями от своего кустика наша героиня Лариса. Пошел свежий запах. Запах такого свежего огурца по всему помещению. Руки пахнут огурцом. Теперь можно его оставить, он будет продолжать давать свой аромат. Ну а люди суеверные или романтики путешествий иногда носят такой листик с собой в кошельке. На удачу или как воспоминание о теплых краях, где лист был сорван.
Влияет ли такой оберег на исполнение желаний, науке, конечно, неизвестно. Зато, несомненно, одно – добавлять его в пищу правильно со всех сторон. Специи вообще сейчас на пике моды, ведь они позволяют снизить количество вредной соли в рационе. Ну а лавровый лист – это еще и что-то очень уютное, домашнее и вкусное. Точно, еда живая.